Здравствуйте. Мы находимся на 27-й межрегиональной выставке в области культуры и туризма «Регионы сотрудничества без границ 2020». В этом году она проходит в онлайн-формате, но мы познакомим вас с каждым из участников. Здесь мы представляем наш новый продукт. Это интерактивный игровой комплекс для детей от 6 до 18 лет. Мы так задумывали. А в процессе опытной эксплуатации выяснилось, что наши изделия интересны и взрослым в том числе. Мы поставили опытные образцы. Вот 1 сентября было открытие в детском парке имени Николаева. Наш продукт – это изделие, разработано впервые в России. Аналоги есть в Европе, но мы предусмотрели здесь и наши климатические условия, мы предусмотрели здесь и антивандальную функцию, чтобы интерактивное оборудование могло радовать всех и всегда при любых условиях. Здесь у нас, конечно, музейные эксклюзивные экспонаты и вот современный свадебный наряд. Наряд – это мужской шубер называется. В последнее время наши гости, которые приезжают к нам, очень интересуются, покупают наши изделия, участвуем на выставках, представляем наши изделия. И наши изделия очень на таком высоком уровне. Это такая сила и мощь, и гордость за чувашскую вышивку, за нашу фабрику. Скажите, пожалуйста, какие направления туризма развиты в Ульяновской области? В Ульяновской области развито большое количество направлений туризма. Мы недавно начали, так скажем, практику, одни из первых в России по промышленному туризму, подписали межправительственные соглашения с агентством стратегических инициатив. Также у нас замечательно развивается экологический туризм. Национальный парк открылся в 2017 году, Сенгелеевские горы. В данный момент сформировано, значит, несколько направлений, по которым, значит, туристы могут передвигаться, так называемые экотропы. То есть данное направление у нас также будет развиваться в ближайшем будущем, поэтому всех любителей экологического туризма и промышленного мы приглашаем на территорию Ульяновской области. Спасибо. В нашем санатории можно оздоровиться природными факторами. Что входит в природные факторы нашего санатория? Это минеральная вода, хлоридно-натриевая бромная, для наружного применения. И из природных факторов у нас еще имеется грязь. Лечебная грязь, сапропель. Еще мы проводим третий этап реабилитации. Кардиореабилитация, нейрореабилитация и реабилитация после перенесенных пневмоний. Спортивная реабилитация проводится в нашем санатории. Валерий Михайлович, у вас представлена самая вкусная продукция на этой выставке. Расскажите, пожалуйста, чем вы пришли, о своем предприятии. Здесь представили продукцию наших предприятий, национальную кухню, с дальним прицелом принять участие в проектах, разрабатываемых в республике по туристической отрасли, туристическому кластеру. Сейчас конкурс российский проходит, «Вкус России». Значит, и наш Шартан пока находится в первой десятке среди почти 500 участников российского форума. Группа компании АБС «Электро» непосредственно связана с научно-техническими разработками, которым нет аналогов в Российской Федерации. В ближайшем году, который у нас уже заканчивается, было выполнено больше 10 опытно-конструкторских работ. И результатами этих работ как раз является та продукция, которая у нас сейчас стоит на стенде. С этой продукцией мы бы хотели войти в пул компаний, которые будут в нашей республике развивать промышленный туризм. Мы занимаемся оцифровкой промышленных объектов, то есть заводы, верфи, цеха, объекты. Приводим их в виртуальную реальность, в том числе для промышленного туризма, для того, чтобы турист мог даже в режиме ковид, даже не приходя на завод, зайти на завод, походить по нему, посмотреть, как это работает, поработать на станках.
это может быть большим стимулом, собственно, к промышленному туризму, к тем объектам, которые сейчас будут внедряться в Чувашии. Мы сегодня можем похвастаться многими раритетными тракторами. Их у нас сегодня 50 единиц. Многие из них на ходу. Вы, наверное, может быть, многие слышали, что у нас только единственный в России музей истории тракторы действует женская тракторная бригада. Они ездят на разных тракторах, разных производителей. У нас есть, конечно же, заветная мечта. Нам бы хотелось на базе нашего музея, на базе нашей республики, может быть, в рамках проведения республики, проводить фестиваль ретро-тракторов и сельхозмашин. С 2016 мы занимаемся поставкой медоборудования и расходных материалов в больничные учреждения Чувашской республики. Хочу сказать, что в нашу республику достаточно много приезжают людей с целью медицинского туризма. Это и лечение зубов, это какое-то санаторно-курортное лечение. Мы поставляем оборудование компании, которая находится на территории Российской Федерации. И при поставке данного оборудования можно достичь до 3 раз экономии бюджета. Мы завершаем наш финансовый год с неплохими результатами, ожидаемыми, как мы говорим. Разрабатывается много новых вариантов продукции, которые востребованы на рынке и Российской Федерации. Это очень серьезно сказывается на экономике Чувашской Республики. То есть мы, конечно, являемся одним из градообразующих предприятий, входим в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации. У нас трудится больше 3000 человек. И сейчас, конечно, большая работа у нас проводится по привлечению молодых специалистов, молодых кадров на наши предприятия, потому что это новые проекты, это новые технологии, это интересная работа. Наша компания занимается разработками и производством устройств стерильной защиты, программными продуктами, другими IT-технологиями для цифровой трансформации энергетики в Российской Федерации, а теперь уже в странах СНГ и дальнего зарубежья. Для молодежи Чувашии, для Чебоксар мы готовы предложить очень высокооплачиваемые трудовые места. Проводим в сфере промышленного туризма постоянно работы активные, экскурсии. Теперь в связи с последними событиями это и онлайн-экскурсии, и презентации. То есть во все вовлекаем молодежь, потому что именно благодаря ним, скажем так, весь этот научный потенциал можно реализовать в регионе. Предприятие наше производит блоки релейной защиты, системы телемеханизации, СУТП для объектов напряжением от 6 до 500 кВт. Предприятие является одним из лидеров релестроения в России и пользуется популярностью. Наверное, не было бы такой недели в году, когда у нас на предприятии не было бы гостей. Постоянно приезжают заказчики на приемку оборудования, на обучение. Компания «Ортис» является производителем кулачков-переключателей в основном, да, и является дистрибьютором ведущих европейских производителей продукции. К нам приезжают из различных регионов наши заказчики посмотреть, как мы производим продукцию. Мы проводим экскурсии и показываем, как работают наши сборщицы. Нашей компании более 20 лет, имеем собственное производство. Занимаемся брендированием сувенирной продукции. Делаем нанесение на VIP-подарки, промо-продукцию для наших ведущих предприятий Чувашской Республики. Наши заказчики дарят продукцию своим партнерам, которые приезжают с разных регионов. Ольга Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, что представлено на вашем стенде? Вот что это такое и для чего это, собственно, нужно? На нашем стенде представлена комплектная трансформатная подстанция. Она уменьшена в 10 раз. Применяется она в таких отраслях экономики, как жилищное строительство, в нефтехимии, машиностроение. Наша продукция работает в суровых условиях Крайнего Севера. Нефтедобывающая компания «Лукойл», «Роснефть». А так, востребована не только по России, но и в странах ближнего зарубежья. Мы находимся в садах Приволжья. Это видно, собственно говоря, и по экспонатам, которые здесь представлены. Расскажите, пожалуйста, что у вас, вот, собственно, есть и какие туристические маршруты вы представляете? Сейчас вот в тематику того, что зима, Новый год у нас представлена. Вот здесь вот традиционная для христиан рождественская звезда. Это пуансетия. То есть она спокойно переделывает углекислый газ в кислород. Мы можем собрать работников какого-то завода даже здесь, в Чувашии, и показать им, что вот в середине прошлого века у нас были очень известные биологи, которые путешествовали по всему миру, привезли редчайшие экземпляры растений. Они высажены и до сих пор растут в центре города. Это история города. Мы совместили выставки две и по качеству, и по сотрудничеству в части регионов без границ.
По промышленному туризму, что хочешь сказать? Да, Чувашия вошла в пилотный проект, один из 8 регионов, с кем будет подписано соглашение с ОСИ. Мы рассчитываем на этот проект. Данный проект совместно с Минпромторгом России и Агентством стратегических инициатив разработан, есть методики. Ну и, соответственно, мы хотим этому внимание уделить особенное. Наша программа подошла к концу. Мы рассказали вам об участниках 27-й межрегиональной выставки в области культуры и туризма «Регионы сотрудничества без границ-2020». До свидания.